Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами будет вот такой вот мотив, напоминающий сердечко. В то же время этот мотив очень хорошо можно применять и для ирландского кружева. Вот у нас толстая пряжа, вот у нас тоненькая пряжа. Я опробовала определенную вещь и решила показать вам. Пока вязала, были ассоциации, допустим, с каким-то новогодним украшением, так как у нас сейчас декабрь. Да, вот вполне возможно сделать какую-то петельку и украсить то ли помещение, то ли елку. Вот у нас с вами большой вариант. Если их навязать несколько разных цветов, то будет вполне интересно. Поэтому сейчас мы с вами свяжем вот такой вот элемент. Он подойдет даже для начинающих, потому что вяжется очень просто. Несмотря на свою простоту, видите, как видите, он интересен. И применить его можно в определенных вещах. Итак, начнем. Вязать мы с вами будем со скользящей петли. То есть сделали такую вот петельку. Заводим крючок в эту петельку. Вытягиваем нить, придерживаем. И у нас с вами получилась такая петелька, с помощью которой мы, видите, подтягивая за этот хвостик, мы уменьшаем ее в диаметре. Я набираю 3 воздушных петли, 2 накида, и в эту петельку я вяжу столбики с 2 накидами. Их у нас с вами должно быть 10 с одной стороны. Центральная у нас должна быть 11. И опять спускаемся 10. 2 накида и столбик с 2 накидами. Итак, я показываю, мы связали с вами 3 петли подъема и связали 21 столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 это у нас будет как бы центральный. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь мы с вами можем подтянуть вот эту ниточку, видите, и сформировать отверстие для нашего сердечка. Теперь мы с вами вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Заходим под наше колечко. И если сейчас посмотрим, то вот что у нас с вами получилось. Видите? Далее эту петельку нужно будет потом спрятать. Вернее, этот хвостик нужно будет спрятать для того, чтобы не распустилось наше изделие. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И вот в пространство между 3 петлями подъема и столбиком с 1 накидом я вяжу столбик с 2 накидами. 2 накида. В следующее пространство я вяжу следующий столбик. 2 накида. И вот между этими 2 вяжу столбик. Итак, мы с вами обвязали первую сторону. Вот наши петли подъема. И мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбик у нас идет в 11 в центральный. Я делаю 3 воздушных петли, 2 накида, и в этот же столбик я делаю еще один столбик с 2 накидами. И далее я провязываю вниз опять наши столбики с 2 накидами. Итак, я обвязала вторую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вы его, конечно, он у вас может быть собираться. Вы его распрямьте. За счет вот этой ниточки у нас получается хорошо его распрямить. Теперь мы с вами поворачиваем вязание. Я делаю одну воздушную петлю и захожу вот между этими 2 столбиками. 3 воздушных петли. 1. 2, 3 и зашла между столбиками. 1, 2, 3,
между столбиками. Так мы обвязываем с вами по кругу. Мы с вами дошли до центра. Вот мы закрепились в первой арке. Теперь опять-таки делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И с другой стороны арки тоже закрепляемся. И опять 1, 2, 3. И опускаемся вниз. Вяжем между столбиками наши арки. Мы с вами дошли до края. Вот наша последняя петелька. Нужно обрезать, оборвать и закрепить. Вот у нас с вами получается вот такой вот мотив. Пожалуй, все, что я хотела вам. Да, мы с вами сейчас можем закрепить нитку. И для начинающих вязальщиц, кто не знает и не умеет, мы сейчас спрячем с вами вот эту ниточку. Мы вдели иголку и вдоль на изнаночной стороне, вдоль вязания протянули несколько раз. И таким образом закрепили нашу нитку. Все, мы нитку спрятали и обрезаем. Эту нитку мы прячем с вами точно так же. Точно вдеваем в иголку и прячем. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Вот такой у нас мотив. В принципе, понимаете, его можно как бы и для новогодних украшений, да, применить, и вполне возможно его применить для ирландского кружева. Итак, понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я желаю вам творческих успехов и до новых встреч!